Телекомпания «Актис» приступила к съемкам программы «Голубой огонек». Вместе с телезрителями мы встречаем Новый год уже в шестой раз. Десятки танцевальных номеров, вокальные произведения и беседы с интересными гостями. В следующем сюжете мы приоткроем завесу тайны съемочного процесса. Им прижаться хочется, мне к волосам твоим прижаться хочется. Спаси меня, спаси от одиночества. Десятки гостей, праздничное настроение и интересные беседы. Телекомпания «Актис» приглашает телезрителей встретить самую волшебную ночь в году вместе. «Голубой огонек» – новогодний проект, который выходит в эфир 31 декабря за час до Нового года. В компании гостей, известных политиков, артистов, музыкантов, спортсменов, предпринимателей мы провожаем старый год, вспоминаем самые значимые события, загадываем желания, строим планы на будущее и встречаем Новый год вместе с жителями региона. Все здесь за одним столом, можно сказать. Обсуждаем проблемы прошлого года, желаем всем счастья и здоровья в будущем году. Вспоминаем самые знаковые, актуальные события, которые произошли в нашем городе, в нашей области, ну и в России в целом. Поэтому принимать участие в таких мероприятиях всегда почетно и знаково, мне кажется, для любого человека. И спасибо «Актису», что дарит всем нам такую возможность. Зрителей «Актиса» в новогоднюю ночь ждет очень много интересных интервью, известных песен, танцевальных номеров, поздравлений и даже кулинарный мастер-класс. В программе выступят творческие коллективы города, которые подарят незабываемые эмоции и погрузят в атмосферу праздника. Мне очень приятно стать неотъемлемой частью такого значимого события новогоднего и такой программы, как «Голубой огонек», доброй программы. И, конечно же, в преддверии новогоднего праздника мне хочется пожелать всем ангарчанам, конечно же, благополучия, здоровья и, конечно же, всем нам мира и тепла. Телекомпания «Актис» работает в современном ключе. Я действительно уже второй раз. Хотя мы принимаем третий раз, но я второй раз лично. Я хочу сказать, что это вы делаете большое дело, потому что наша и ваша задача – делать людям праздники. И чтобы выходные дни было что посмотреть, тем более здесь, как я понимаю, участвуют все люди, те, которые заслуживают внимания и так далее. Поэтому я вас просто поздравляю с большой работой и желаю вам творческих удач и успехов во всем. Впервые «Голубой огонек» на «Актисе» вышел в 2018 году. За 6 лет программа держит уровень, постоянно увеличивая масштаб и открывая новые имена. Сценаристы, режиссеры, операторы, видеоинженеры стараются каждый раз найти что-то новое и интересное. Работа продолжается. Впереди еще гигабайты съемок и скрупулезный монтаж. Все для того, чтобы 31 декабря вы, уважаемые телезрители, включили телеканал «Актис» ровно в 23:00 и получили отличное настроение на весь наступающий 2024 год. Для вашего удобства трансляция будет вестись на сайте actistv.ru и в телеграм-канале. Алла Коваленко, Егор Сорокин, Антон Бархатов. Местное время.